Осужденный за лжетерроризм карагандинский учитель физики Юрий Пак вышел на свободу. Суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части наказания штрафом. Сумма составила более 170 тысяч тенге. 17 июня у ворот колонии Юрия Пака встречали родственники, друзья и журналисты. Ну, я, конечно, очень счастлива. До последнего я просто не верила, что это случится. Но это случилось. 17 июня учитель физики Юрий Пак вышел на свободу. У ворот колонии его встретила семья, друзья и журналисты. Напомним, что Юрий Пак в октябре прошлого года был осужден на 2 года лишения свободы за лжетерроризм. Отбывал наказание в колонии общего режима поселка Карабас. На прошлой неделе стало известно, что Юрий признал вину и раскаялся. В связи с этим судья Абайского районного суда заменил неотбытую часть наказания на штраф. Юрию задали вопрос о признании вины. Он ответил, что было принято такое решение. Однако свою невиновность намерен отстаивать до конца. И мы пришли к выводу, что мы сделали так. Потому что процессуально законом не влияет на отстаивание дальнейшей позиции по невиновности, не влияет на подачу кассационного жалобы.